Добрый день. Байдарка от компании Time Trial. Называется Варвар Гигант 380. Вот. Хотелось бы похвалить ее. Вчера против сильного ветра за 10 часов было пройдено 42 километра. Вот. Лодка очень удобная, легкая. В случае крайней необходимости в ней всегда, в принципе, можно даже заночевать, прибежавшись к камышу. Потому что здесь это у нас актуально. Это Казахстан, Средняя Азия, Алматинская область, река Эли впадает в озеро Балхаш. Вот. Байдарка получается, в принципе, со всеми наворотами. То есть это усиленное дно из рафтового материала, это двойные баллоны, люверсы и так далее, носовая дека с резинкой. И так далее. Вот. В целом лодку рекомендую. Пока никаких нареканий нету вообще.